Come on, Anders. Out of the car. We didn't drive up here to see the camera on the back seat. There's a boy. Live a little. Let go once in a while. Do you have that camera set? Ah, yeah. Yeah, you do. Okay, then. Take a photo of our first car. Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале Game Lair. Меня зовут мистер Фриман 315. Я сегодня начинаю прохождение модификации для второй Half-Life под названием Human Error. Меня девушка перебивает вот этого парня, за которого мы играли. Но, тем не менее, ребят, да, Human Error. Подойди ближе. Okay. Oh, wow. Here goes. Тут что-то вообще непонятное творится. Да, реально непонятно. Так вот, о чем я говорил. Human error. Перевести можно как человеческая ошибка. Или, если быть более точным, человеческий фактор. Да, человеческий фактор, он был всегда и всегда будет. Что это значит, мы увидим, я думаю, по мере прохождения модификации. Пока, видимо, ждем загрузку первого уровня. Это был такой мини-пролог. Причем это первый эпизод. Опачки, а мы что, за Шепарда играем? Да ладно! Вот это да. За Шепарда. Что это был за пролог, ребят, непонятно. Совершенно. Сейчас я тебе по башке дам. Вот. Играем мы опять, ребят, за комбайнов, как вы видите, да? За комбайнов. Как в моде Combine Destiny. Ну да ладно. Что это была за девушка, и что это был за пролог, и что он значил? Я надеюсь, мы это выясним потом. А пока вот бежим за начальником взвода, наверное, я не знаю. Причем это девка, тоже девка. Так, а что тут? Station 1, this is Noah. Pick up. Pick up right now. Civil Protection Central. How may I help you? Eloise, we're under attack. The miners have risen up all across town, accompanied by more Vortigons than I can count. Так, кто-то там, блин, атаковал весь город. В университете просит его встретить. Да. Вот такие дела, ребят, творятся. Блин, а там уже кто-то атакует. А, ну это здание, да, это снаружи атакуют. Я-то буду стрелять во все, что движется, все, что я встречу. Только дай мне пушку, блин, красавица. Ты что думаешь, чем я буду стрелять? Пальцем? Так, этот меня... Ага, я думал, меня за собой зовет. Хрен там, он мой враг. Вортигонты здесь враги, так как мы комбайны. Гражданским они друзья, а нам они враги. Так, я, конечно, все понимаю. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Просто изумительно все понимаю. Но, мать вашу, дайте мне огнестрельное оружие. Дайте мне пушку. Как я, по-вашему, должен вот с этим гребаным уродом... Ну, хотя бы так, ладно, справиться, да. Хотя бы так. Есть что, нет? Нету. Так, это свои, я так понимаю.
Наконец-то мне дали оружие хоть какое-то, хоть пистолет. Патроны для автомата — это тоже хорошо. Автомат у меня, в принципе, как... А, есть, уже есть. Замечательно. Ага, подствольник. Даже подствольник есть. Вообще прекрасно. Ну что, ребят, тогда погнали. Офигеть. Тут, конечно, жесткая бомбежка. Что тут творится, блин? Так, а мне что, мне надо выйти, да, наверное, как-то? Кажись, да. А как? Я, наверное, туда вниз. Не, ну здесь я... Да, здесь я не пролезу никак, это по-любому. Мне только вот сюда вот вниз. Так. Чё это? А, это я включил этот шар. Все понятно. Опа! Нормально так. Я в нее выстрелил, сам сдох. Не, ну вы видели? Охренеть только. Только можно охренеть, блин. Это как вообще? Это чё вообще? Ладно, ребят, пойдемте, наверное. Офигеть, ребят, это глюки. Это у него глюки. Куда бы я ни повернулся, она ходит за мной. Что интересно, если я в нее пытаюсь выстрелить, то все, сам умираю. То есть в нее стрелять нельзя. Откуда, ребята, эта красавица, как вы думаете? Мне она очень напоминает вот именно красавицу. Да, я не зря сказал красавицу. Из мультика «Красавица и чудовище». Посмотрите, такое же платье, такая же прическа, такие же волосы. Выражение лица, правда, другое, но ладно. Ну давай, показывай, куда идти. Да, у парня с головой, походу, реально не все в порядке. Причем, что интересно, когда я... Ну, вы поняли, да, она за мной толком не идет, но когда я отворачиваюсь, она появляется совершенно в другом месте. Вот это, конечно, прикольный экспириенс. Такого еще в Half-Life 2 я не видел. Поехали, ребят. Теперь мне можно поводить вот эту штуку. Кстати, этого я еще ни разу не делал. Что интересно. А вот здесь дают поводить вот этот вот... как сказать? Не то, что автомобиль комбайнов. Штурмовой автомобиль, наверное, комбайнов. Давай. Ага. Тут даже фонарик есть. GP. Значит, GP. Так он называется, да? Обратите внимание, враги, то бишь повстанцы, да, подсвечиваются в синей рамке, то есть, чтобы мы могли их вовремя заметить и вовремя ликвидировать. Удобно. Удобно. Действительно удобно. Снайпер. Так, а это свой, да, снайпер? Да, свой. Ой-ой-ой, а кто? Так, ну мне походу реально дальше. Так.
что тут? Что интересно, когда мы играли в оригинальную Half-Life, никто, по-моему, у нас с пулемета не стрелял вот на таких машинах. По-моему, только ракеты летели. Хотя я могу ошибаться, может, я уже и не помню. Ребят, были в оригинальной Half-Life пулеметы на таких штуках? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто помнит. Я, честно, уже ни хрена не помню. Надо будет Fake Factory пересмотреть на своем же канале. Это же оригинальный Half-Life, только с улучшенной графикой я его проходил. Но, блин, это был далекий 2015 год. 2 года назад, да, ребята? Было 2 года назад. Твою мать, не достает до них пушка. Спокойно, спокойно. Так, больше никого, кажется, да? Кстати, обращаю внимание, да, это было, по-моему, первое, да, это было первое видео на моем канале именно. Прохождение вот этого мода Fake Factory. Шикарнейший. Просто шикарнейший, ребята. Если кто не проходил, очень советую. Мод великолепный. Так, а я, кажись, приехал. Так, куда я приехал? А, ребят, слушайте, здесь только одновременно можно один из автоматов носить. То есть 2 одновременно нельзя. Да ладно, нифига себе. 2 разных не понесем. Ну чё, ребят, не можете стёклышко разбить? Ну ладно. Здесь мы также, как в моде Combine Destiny, ребят, на темной стороне силы. Играем за комбайнов. Так. Патроны у меня еще есть. Давайте спускаться вниз. Зарядимся. Ах, спиногрызы вы долбаные, блин. По-другому я их назвать не могу. Так, а куда я пришел, собственно говоря? Так, а тут что? А, тут вот это на включить. Шарик, ты балбес. Как-то в мультике, да? Шарик включили. Блин, жалко, гравипушечки нет. Она мне сейчас очень даже пригодилась, ребят. Просто нереально. Ну ладно, пойдемте назад, что? Шарик включили. Ну а теперь кажись сюда. Так, ребята за мной бегут.
Так, и чё, я пришел туда, откуда... На... Ни хрена себе, в магазине с мороженым патроны. Еще и на дробовичок, так вообще прекрасно. А, ну тут дробовик тоже, видимо, придется брать отдельно, что-либо выкинув. Обратили внимание, да, ребят? Только один вид оружия можно носить, только один. Печально, печально, ничего не скажешь, печально. Ну, что сделать? Так, а может я все-таки смогу? Может я все-таки смогу дальше проехать? Родной, отойди. Ага, ага, ага. Вот оно что. А, ну слушайте, ну тут я по-любому не проеду. А вот здесь? Нормально, нормально. Ломается, ломается все это дело. Все, прекрасно. Что это? А, там костер. Ладно, ребят, едем дальше. Извини, сегодня не твой день. Мы сегодня злые. Мы сегодня злые. Мы сегодня играем за комбайнов. Мы на стороне зла, ребят, в этом моде. Что поделать? Бывает и такое. Так, а собственно говоря, куда мы приехали? Собственно говоря, я думаю, мы уже окончательно приехали. Так, опять это. А теперь меня Эндрю сам называет. В самом начале моды, извините, назвали меня Шепардом. Я уже думал, что я играю за Шепарда. Слышь, ты урод. А сейчас у меня Эндрю сам назвал. Я так понимаю, он мой начальник, ну ничего, плевал я на него. Говорит, хватит тратить, мать твою, мое время. Какого хрена ты вот это вот... Ну, в общем, отчитывают меня за что-то. Так, ладно, иди ты нафиг, я тебя даже слушать не буду, что ты там бормочешь, мне плевать вообще на тебя. Так, куда мне дальше идти? Наверх, да, наверное? Там закрыто, там силовое поле. А, кстати, мы же как комбайн, мы же можем через силовое поле. Да, можем. Конечно, мы можем. Ребят, не забываем про это, потому что... Кстати, дробовик можно взять, но я не буду пока брать. Почему? Потому что, в принципе, у меня вот это вот оружие, оно очень мощное, оно меня устраивает. Поэтому пока брать не буду дробовичок. Вот. Естественно, по инерции мы думаем, что мы через силовое поле пройти не можем, но в данном случае это не так, так как комбайны очень даже неплохо могут проходить через эти силовые поля. Опять же, ребят, возвращаюсь к моду Combine Destiny. Вот, как-то так. Вот. Там мы тоже могли это делать. С очень даже неплохим успехом. Боже, что тут происходит? Ух ты, мухоплюй тут, да ладно! Ребят, кроме, по-моему, Black Mesa Source, мухоплюев я в модах больше не видел нигде, во второй именно Half-Life. Слушайте, я уже хочу на них посмотреть, я реально на них хочу посмотреть, как они здесь будут выглядеть. Слышь, хорош болтать, давай, открывай дверь уже, блин, запарил. Слушайте, правда, блин. Хочу, очень хочу на них посмотреть. Давай, родной, давай, открывай, 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 открывай. Сейчас будет такое, знаете, что-то вроде Tower Defense. Tower Defense, поэтому...
Сейчас готовимся. Сейчас очень-очень готовимся. Так, ну и чё? Где наши enemies? Where is our enemies? Where is our fucking enemies? Блин, никого не вижу. Так, а для нашего, кстати, обратите внимание, для нашей пушки нету оружия, поэтому сразу после этого, наверное, подберем мы дробовик. Дробовик это второе по эффективности оружие после вот этого. Блин, что-то как-то долго все. Ага. Вот что-то сейчас что-то будет. Ах, попало. Так, а мне, видимо, надо защищать именно вот эту комнату. Где вот эти турели? Ну хорошо. Слушайте, а я зря их сюда поставил, на самом деле. Они ж тут никакой роли не играют. Там же, по-моему, тупик. Твою мать. Давайте на улицу. Гаси, гаси, гаси. Вот так. Чтобы они защищенные были, да. Тут силовые поля. В принципе, турели они не повредят никак. Не должны, по крайней мере, да, не должны никак повредить, потому что через силовое поле наши ребятки не пройдут. Я единственное, когда буду проходить, надо не столкнуть их. Потому что если я их свалю, вы сами понимаете, что будет. Будет все как бы на этом. На этом. Ага. Значит, эта штука закрывается, меня туда не пустит. Ладно. Хорошо. Чё, вторая волна, что ли? А, да, кажись, вторая волна. Падла. Ребят, у меня патроны заканчиваются потихоньку. Надо на дробовичок брать. По-любому надо брать дробовик, потому что здесь... Здесь все плохо. Твою мать, у меня патроны закончатся. Так, турелька. Так, подальше, потому что пройти сложно. Да блин. Во. Вот теперь заесь. Да. Офигеть, столько всего. Почему бы турель на улице не поставить, а? А ну-ка давай вот так. Блин, мне вот интересно, вот эта перестрелка, она долго будет? Когда мы дальше-то пойдем? Если вообще пойдем. Чтоб тебя. Что-то мне, ребят, такое подозрение, что вторая волна тоже закончилась, и, по-моему, третья тоже будет. Я вот не знаю почему, но что-то мне вот это, ну, подсказывает. Ага. А теперь уже и мне доступ закрыт. Почему? Блин. Эти окна не разбиваются. Плохо.
Очень-очень плохо. Зато бронька есть. Так, ну и чё? Что дальше-то? Родной, чё ты тут делаешь? Что-то сказал, сбрось генератор. Какой нахрен генератор сбросить? Вот этот, что ли? Кстати, тут еще одна. Тут еще одна турель. Да, блядь! Фух. Чуть не запорол. А ну, дай ее на улицу выставлю. Все, кирдык пришел, турели, блин. Что он хочет, чтоб я сделал? Что-то сбрось генератор, он говорит, или что? Ничего не пойму. А, throw something. Господи, он так быстро говорит. Он сказал, что-нибудь брось в генератор. Throw something, да, throw something in a generator. Боже мой, какой у него ужасный акцент. Не так, наверное, какое у меня ужасное понимание, да, языка. Вот это, наверное, будет более правильное, ребят. На! Тихо. Третья волна, походу, пошла, ребят. Так, ну здесь, как обычно, закрыто. А турельку надо на улицу. Сюда, вот. Блин, меня-то не стреляй, турель. Так, а где этот наш красавчик? Я так понимаю, мне надо за ним следовать. Ну, чё ты стал, блин? Короче, они ждут, когда эта третья волна, видимо, пройдет. Не, сюда меня не пускают. Твою мать, что? Где он, место? Ах ты, падла! Думаю, кто у меня стреляет? Вон кто. Так, ну и чё? Так, еще кто-то, да, там? Ну да. Все? Все успокоились? Так, это кто? I don't know how things are run over at your place, or even if they're run at all, because this was very nearly a shambles. The next time my base is attacked and you're here, you'll be sitting out, my friend. You'll be sitting in my control room where I can keep my eye on you. Now follow me to your APC. Follow me. Да я понял уже, понял, что за тобой бежать. Ты меня запарил, давай же.
Так. Хотел сказать, бронька не помешает. Хрен там, ее нету, нифига. Мы же отсюда пришли. If you're alive, we'll meet you there. Yes, I said we. Eloise and I. Так, ну и что, мне теперь сюда? Родной, скажи мне, пожалуйста, куда мне, мать твою, идти? Или опять, надо опять ехать. Да. Ну что, поехали, ладно.